Акция в рамках ежегодного всероссийского проекта «Союза охраны птиц России. Покормите птиц» приносит свои первые плоды. Ученики Ивановского лицея номер 6 собрали свыше 90 килограммов зерна для птиц. В центр внешкольной работы номер 2, где находится оргкомитет конкурса, были доставлены пакеты с овсяными хлопьями, просом, семечками, специализированными кормовыми смесями для птиц. Кто-то из ребят даже не поленился и собрал в лесу шишки. Все зерно, собранное в рамках номинации «Мой вклад», будет использовано для подкормки птиц в парке 1905 года. Там в скором времени появятся птичьи городки, территории с большим количеством кормушек. Напомним, что прислать заявки на участие в конкурсе можно до 1 марта 2015 года. Более активно сейчас в номинации как раз кормушка для печушки, это стандартные кормушки. Ну, мы вот ждем ребят, которые поучаствуют в номинации «Валентинки для птиц», то есть создание эко-кормушек. И, конечно же, приветствуются птичьи городки. И в течение зимы ребята могут наблюдать за птицами, которые посещают кормушки, и присылать фотоотчеты, на которых будут изображены птицы, и они должны их определить и посчитать их количество.